красивый костюм, у югославской фигуристки цвета бордо, с такой эффектной кружевной вставкой. Она выступала на Олимпийских играх и в Лейк-Плесиде. Тогда ей было всего лишь 15 лет и заняла 11 место. И вот сейчас здесь у себя дома 10-е. При очень большой конкуренции в женском одиночном катании. Неоднократная чемпионка Югославии. Ее также тренирует Хильда Мудра. Так же, как и Милов Бегович, Санда Дубравчич из Загреба. Кстати, соревнования по фигурному катанию и показательные выступления, так же, как и хоккей, показывает телевидение Загреба. Санда Дубравчич очень популярна в Югославии, ее хорошо знает в лицо, узнают на улице, приветствуют ее, именно поэтому ей было доверено столь высокую честь зажигать олимпийский огонь в день открытия зимних олимпийских игр. Тиффани Чин.